Югра подпишет соглашение с Министерством спорта России. Документ одобрили члены окружного правительства. В ближайшие 4 года стороны планируют проводить массовые физкультурные мероприятия и развивать спортивную инфраструктуру в регионе. В частности, расширять соглашение о государственно-частном партнерстве и концессии при строительстве и реконструкции объектов, а также создать условия для развития отечественного производства спортинвентаря и оборудования. К слову, стороны подпишут соглашение на полях зимних игр паралимпийцев «Мы вместе спорт».